маленькую трубку подается газ, то есть газ уже есть, а вот это вырабатывает уже от этого газа, вырабатывается вот через нее, ну, и через генератор, то есть вот сейчас завелся через этот газ, то есть вырабатывает электроэнергию. Там ведь газогенератор, то есть бункер, куда подается топливо, опилки, управление, сами опилки, то есть все работает.